Здесь можно было бы любоваться осенним листопадом или установить, например, детские качели. Но все, что продолжают видеть у себя под окном жители дома по Георгия Исакова, это ямы от бывших погребов. Вот здесь вот тополь был, так, они его распилили, ветки сюда скидали. Там вон они все, тоже ветки все скидали. Неравнодушный житель пока что в одиночку решает проблемы целого дома. Звонил куда только можно и уже было заликовал, когда в прошлый наш визит по распоряжению районной администрации к многоэтажке подвезли землю. Тогда чиновники пообещали, что в течение недели устранят ямы. Но прошло 2 месяца. Груда песка осталась практически нетронутой, разве что засыпали несколько ям. Смотрите, ребятишки бегают, вот возьмут, уберут доску, кто-нибудь провалится. С бывшими погребами люди, а может быть сами владельцы, борются как могут. Закидывают бревнами, покрышками и прочим мусором. Но не за горами зима, говорит пенсионер. Припорошит все это снегом, кто-нибудь да провалится. А ведь здесь люди собак выгуливают, да дети так и норовят забежать. Тем временем в администрации района уверяют, без внимания проблему не оставят. Выявили мы 2 провала, еще также грунт был завезен. Работы 3 дня у нас продолжались по засыпке. Засыпали мы 2 провала от погребов. Остается еще не засыпанным 1 или 2. Вот, по ним планируем на следующей неделе тоже завершить работу. В случае выявления новых провалов погребов также будем продолжать работу. Так что пока пенсионеру остается жить в режиме ожидания, когда же, наконец, за окном будет хотя бы порядок, а не то, что миллион алых роз, как в известной песне. Анна Рашагирова, Андрей Печоркин. День с толком.